Правоохранители республики продолжают борьбу с незаконной реализацией спиртных напитков. С 3 по 10 апреля на территории республики прошел рейд по выявлению и документированию фактов самогоноварения и торговли алкогольными напитками на розлив. В мероприятиях приняли участие более 340 сотрудников полиции. Целями данной отработки было выявление и пресечение фактов незаконной деятельности по реализации алкогольных напитков, а также документирование очагов самогоноварения. Участковые инспекторы полиции, сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и службы по делам несовершеннолетних выявили более 50 нарушений в сфере реализации алкогольных напитков, в том числе торговлю спиртным на разлив и отсутствие необходимой разрешительной документации. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота около 700 литров спиртных напитков на общую сумму более 140 тысяч рублей. Также в ходе проведения мероприятий было задокументировано 42 факта реализации алкогольных напитков несовершеннолетним. Помимо вышеуказанных правонарушений, правоохранители выявили более 300 фактов самогоноварения, изъяли около 16 тысяч литров самогона и браги, а также 192 самогонных аппарата. По итогам этой отработки более 400 правонарушителей будут привлечены к административной ответственности. Во время проведения отработки правоохранители раскрыли 62 преступления и задержали 15 преступников. Как отмечают сотрудники полиции, мероприятия на подведомственной территории проводятся регулярно, так как нелегальная торговля алкоголем и неконтролируемое распространение контрафактного спиртного негативно отражаются на оперативной обстановке и ведут к росту количества преступлений.